Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Я понимаю, что жизнь сейчас нелегкая, и одна из неприятностей, которая в нашей жизни происходит, это получение визового отказа. Естественно, вы понимаете, что визы даются в основном, практически исключительно тем людям, которые едут на топовые, допустим, докторантуры, и, соответственно, у них есть всегда экземпт. Что касается тех ребят, которые согласны учиться дистанционно, это их выбор, или, может быть, до них выбирает их агент и учебное заведение. Ну, подразумевается, если вы соглашаетесь с тем, что вы проплачиваете обучение, значит, вы соглашаетесь с любым видом обучения, то есть и дистанционного. Поэтому не говорите, что вы не знали, что вас ваш агент обманывал. Но, опять-таки, это ваш агент, это ваш выбор. Если вы доверились этому агенту, ну, это был ваш выбор. Ну, вполне возможно, что это ошибка, но это ваша ошибка. Что касается других видов обучения, очень легко получать отказ, и мы получили несколько отказов. И самое важное сейчас, ребята, это вернуть эти деньги. Сейчас я вам расскажу механизм возврата. Первое, вы заполняете Refund Request Form. Первое, вы вообще обращаетесь ко мне, типа: «Саша, давай начинать, делаем!» И поддерживаете общение. Я вам даю Refund Request Form. Вы его отсылаете на админ. И, ребята, пожалуйста, отсылайте и мне тоже. Соответственно, я постоянно... Они, кстати, видят, что вы выслали мне. Поэтому мы решаем этот вопрос. Соответственно, если это Lloyd's College, то возврат обычно это 1500, значит, 1450 вы получаете обратно. Здесь есть еще интересный момент. Раньше у нас была система, и, может быть, эта система будет, когда я могу вам в вашей валюте, обычно в российских рублях, выплачивать деньги. Я не могу делать это в каких-то больших суммах, но если изредка где-то там 1500 будет долларов в возврате, то это было бы хорошо, потому что вы получите в этом случае деньги в обмен на рубли по тому курсу, который сейчас существует. То есть вы ничего не потеряете, и ничего не потеряете при вот этом переводе, то есть 1530, допустим, долларов, то есть вы априори 30 долларов теряете, а здесь вы получите свои 1450 абсолютно нормально, я вам эти деньги верну. Но есть определенные технические моменты, эти технические моменты, естественно, мы будем обсуждать в группе Гагарины, потому что все эти сладости, все эти переводы, все эти вещи, которые мы можем осуществлять, вообще не оглядываясь на закрытие границ, все это достаточно специфично, и все эти плюшечки будут иметь только Гагарины, ну, скажем так, мои студенты. Вот. Теперь насчет досады. В действительности, то, что у нас в течение недели произошли все эти отказы, это очень грустно. И, соответственно, это наводит на размышления о достаточно шулерской практике, которую проводит Департамент иммиграции и, соответственно, глобально это правительство Австралии. Но их тоже можно понять, и обычно такие форс-мажорные обстоятельства не создают предпосылки для будущих отказов. То есть, если или когда, даже не знаю, как правильно сказать, ситуация вернется на круги своя, и все будет хорошо, в этот момент вы можете подаваться, и у вас проблем подачи не будет, то есть не будет отказа. Но опять-таки мы перестроились, мы сейчас ведем несколько другую политику, хотя образовавшиеся когорты студентов, одна идет по новому пути, другая когорта, скажем так, ждет определенных условий для все-таки въезда в страну, и тогда мы будем делать
то, что делали до этого, и тот же самый путь. Если когда-нибудь, дай бог, чтобы это было, так и произошло. Таким образом, ребята, первое, возврат, если мы говорим о 1500, то это будет 1450. Не забывайте, что другие учебные заведения берут вас $200-$250, то, что это enrollment fee. Некоторые берут больше, типа 5%, плюс 5% от вашего tuition fee, то есть первое, что вы заплатили. Ну, это не мы. Как бы у нас как бы все нормально с этим делом. Это первое. Второе, всегда помните, все начинается с Refund Request Form, где вы указываете банковские реквизиты. Если идете, опять-таки, просто на получение прямо сейчас денег немедленно, соответственно, вы указываете банковский счет, имя, желательно, чтобы это было ваше имя. Если не ваше, то надо будет специальную тоже, там, насколько я понимаю, форму заполнять. Но вам надо... Обычно, скажем так, мы делаем, чтобы я знал об этих движениях. То есть я знаю, Refund Request Form заполнена, и она находится, ну, предположим, в Lloyds International College. Соответственно, я уже пододвигаю. Если же получается, что денег нет, такое крайне редко случается, но в нашей ситуации этого быть не может. В этом случае просто деньги идут за счет тех денег, которые, допустим, мне должны студенты или, короче говоря, мы разбираемся, и это решается достаточно просто. Из-за того, что мы не будем сейчас подаваться на визы, потому что это глупо, кроме того пути, который мы выбрали, соответственно, на данный момент актуально это только по 4, может быть, будет еще один отказ, может быть, нет. 4-5 человек, фактически 3-4 человека, потому что с возвратом другого человека мы все порешали. Вот, поэтому, дорогие друзья, давайте решим эту проблему. Неприятная, кстати, проблема с возвратом, но мы затронули вопрос доверия, то есть... чтобы я контролировал процесс. Мы затронули вопрос о возможном эквивалентном обмене денег, то есть когда я вам могу в вашей же валюте вернуть, то есть тогда я беру на себя эти вопросы, но, естественно, Lloyds College это все контролирует, потому что, ну, порядок у нас такой. Вот. И, дорогие друзья, неприятный момент, но это жизненный момент, и мы его решили и будем решать без всяких проблем для вас. Спасибо.